Доброго всем здравия! Один из моих подписчиков задал мне вопрос, могу ли я вот так вот делать? И сбросил мне ссылку на видео, где Денис Цыпленков пальцами ломает орехи. Специально для своего подписчика и для всех своих подписчиков показываю этот, ну, так сказать, народный силовой номер. Берем орехи. Забываю демонтировать. И еще неизвестный для вас вариант раскалывания ореха вот таким вот способом. Еще раз. Если вы мне зададите вопрос, насколько сложный этот силовой трюк, я уверен, что если бы вы задали этот вопрос Денису Цыпленкову, он бы тоже вам ответил так, как и я. В принципе, ну, ничего сверхневероятного в этом трюке нету. Будьте здоровы!